Последний раз рубки ухода на территории ленточного соснового бора проводились в 1994 году. С тех пор этих важных для нормального роста деревьев мероприятий лес не видел ни разу. Они попросту не финансировались. Только в 2004 была проведена ревизия леса, но провести рубки помешали пожары. И уже в 2009 году на территории всех филиалов резервата Семи Урманы вновь были отмечены деревья, подлежавшие санитарному срубу. Они проводятся для формирования будущих насаждений. При них, при рубках ухода, убираются худшие, загнивающие, больные деревья и оставляются лучшие. То есть сосна любит при свете расти, и не требовательно к почвенным условиям, к влаге, но света надо ему. Рубки главного пользования, как вы, наверное, знаете, что... А на них наложен мораторий, десятилетний период, поэтому рубки главного пользования мы сейчас не проводим. То есть сейчас из рубок только идет рубки ухода и санитарные рубки. Рубки ухода проводятся только в искусственных лесопосадках. В общей сложности в работах в этом году задействовано 9 специально сформированных бригад. Часть переработанного материала, а это 85%, используется в хозяйственных целях. Санитарный сруб выставляется на продажу, уходит на дрова. И если раньше все непригодные остатки сжигались, что было чревато возникновением пожаров, то теперь с поступлением новой техники появилась возможность измельчать отходы в щепки, а это уже удобрение почвы. У него норма 600 кубов за смену. Он должен переработать зеленой массы вот этого такой подборочного материала. Раньше сжигание делали. Ну, много попадало, что обгорали деревья. А так в основном вот это самая хорошая штука. Рубки ухода в этом году проводились на территории всех 9 филиалов резервата. Ими было охвачено 2880 кубических метров соснового бора. В планах работников лесхозов – устройство противопожарных просек. Руслан Смыков, Надежда Семенова, Ильжан Макзумов. Служба новостей «Семей».